Всем привет, ребята, с вами G-Love, и сейчас я вам хочу показать одну очень интересную лампочку, а точнее светодиод, который светится разными цветами в зависимости от подключения. Вот смотрите, сейчас одним способом подключу, то есть вот так вот, и она светится зеленым цветом, да? Вот. А теперь, ребят, смотрите, теперь я подключу другим способом, то есть контакты по-другому сделаю, поменяю плюс-минус, и она будет светиться совсем другим цветом. Это очень интересно. Видите? Светится таким вот оранжевым светом. Вот такая вот необычную лампочку я обнаружил у себя. И кто знает, напишите мне, пожалуйста, как такие светодиоды правильно называются. То, что я пока не знаю об этом. Вот. Ну, а на этом все, ребята. Очень интересная лампочка. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь. Всем пока.